Привет, мои дорогие. Сегодня мы будем готовить рыбку под названием мойва. О, собрание тут собралось уже. Все повара на месте, да? И дегустаторы. Готовить будем двумя способами. Одну целую, а другую мы убрали голову. Ну и тут дальше одинаково. Добавляем муку и туда, и сюда. Соль. Все это перемешиваем. И будем выкладывать на сковородку. Конечно, котиком головы. Так, это не котик. Ай! Мучик. Ай! Да что ж такое? Иди, котик. Ой, наглость старая. Вот жарится наша рыбка. Это с головой, это без головы. Жарится буквально по 2 минутки. Вот с одной стороны у нас уже поджара. Перевернулись, сейчас вторую. А на гарнир к нашей рыбке мы будем готовить картофель по-деревенски.